Всем привет! Сегодня поговорим о передней втулке Melt. Втулка выполнена из алюминия, по 36 спиц, 14-миллиметровая ось, промышленные японские подшипники, которые обеспечивают прекрасный накат этой втулки. Она прокрутилась больше 8 минут в холостом режиме. А как она крутится, мы укажем вам в ссылке под видео. Блять, я чуть не обосрался. Имеется две шайбы, одна для функционала, другая для красоты. Внутри пыльника мы видим уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание пыли в зону подшипника. Итак, концовочка. Передняя втулка от Merit такая же пиздатая, как и все их запчасти.